Вечер добрый, друзья. Привет вам с Абхазии. Вы на канале Планета Земля, и с вами ваша Татьяна. Посмотрите вечернюю Гагру. Море, как всегда, бирюзовое. В окружении гор, а на верхушках снег. Сейчас попробую приблизить. Мы вышли прогуляться по набережной, ходили покушать хинкальную, ну что-то в этот раз мне не понравилось, невкусно. Завтра отправляемся в Новый Афон, там мне больше нравится. Если бы я запланировала пожить, например, зимой в Абхазии, я, наверное, выбрала бы только Новый Афон. Вот всех городов, которые я смотрела в прошлом году. И сейчас мы запланировали. Даже еще вот мы не ездили в Пицунду, а завтра едем в Новый Афон через Пицунду. У меня там экскурсия, я запланировала. Я думаю, все равно бы я, наверное, в Афоне бы пожила. Сегодня встретили пожилых людей. Они приехали 3 дня назад, и они говорят, что они как раз-таки будут жить 3 месяца. Ну, сколько разрешения имеют. А потом опять выезжать будут и опять заезжать. И попробуют полгода здесь пожить. Ох, как холодно. Ух ты! Такой ветер поднялся к вечеру. И опять заморосил дождь. Смотрите, как туман опускается на горы. Становится холодно.